someone to hold video. Классный день сегодня. Спасибо, что вы все пришли. Классный праздник. Постараемся сделать его еще лучше. День Бинарес Экспресс. День России. И день нашего сбора здесь. Где же ты была?
Пока.
более рады только в том, что появились сегодня перед вами. Надеюсь, вас это не оскорбляет. Потому что это обоюдно. А теперь мы сегодня, пока ждали начала выступления, ощутили запах готовящейся еды, запах чеснока. Это было очень вкусно. Это было очень вкусно. Не так вкусно, как запах разлуки. Может, наоборот? А может, и наоборот. Давайте поймем, что вкуснее. С ним достаточно радикально. Об этом вот эта песня.
Thank you.
Артем Кусточкин сегодня на саксофоне. Петр Дальский на басу. Остап Чунтанов на клавише. И Дмитрий Лазеев на гитаре. Кричат, гитарист лучший! Классный состав. Thank you.
снова и снова. А, и снова я, да? И снова сейчас звучит песня, которая дала название нашему альбому. Она называется «Ни слова про любовь». Thank you.
мы меняемся с одной стороны, а с другой стороны мы остаемся теми же, что-то в нас остается. И главное, ну у всех оно разное, конечно, но вот у нас такая история, другая песня.
спасибо. Ну и сейчас все-таки немножко про любовь. Сейчас.
ты. Перейдем к веселой части. Сейчас наступает мой любимый момент в концерте. Сейчас мой любимый момент в концерте, когда я могу уйти со сцены и оставить сцену для двух прекрасных вокалистов. Борис Голик, Дарья Нетунаева. Поприветствуйте. Thank you.
Вот эту предыдущую песню, и вообще полпрограммы Коренко Валерия. Ему тоже присмотрим. Yeah.
танцам переходим. Thank you.
Сибирский хлеб, Зауран, на Енисей, Енисей, Енисей.
Спасибо за вас. Ну, это же тоже была песня, посвященная Дню России, понимаете, да? У нас вообще получается коллектив такой со всей России. И это как раз, мне кажется, уместно сегодня об этом сказать. У нас есть два москвича. Петр Дольский, бас. Оскар Чертанов, клавишные. Есть Подмосковье ближнее. Дарья Нетанаева, Проклино. Есть ни ближнее, ни Подмосковье. Ковров, Владимирская область. Артем Густочкин. Саксофон. Есть более дальние края. Дмитрий Сланский, Орел. Дмитрий Лазеев, Тамбов. Борис Горик, Ангарск, Иркутская область. Ну и я город Миас, Челябинская область. Мы все вместе собрались для чего? В общем, выбирайте, кому еще нравится. Да, мы собрались для того, чтобы подвигать небо вместе с вами. Будем двигать небо немножко. Давайте, вы к нам тоже присоединяйтесь. Thank you.
спасибо, что поддерживает, спасибо. Ну мы вот бежим, так в принципе нам пора уже закругляться, но в целом мы остановиться-то, конечно, не можем. Нет, не можем.